Прежде всего, конечно, по поводу естественности или искусственности происхождения вируса, в общем, опять же, есть нормальный консенсус научный по множеству публикаций, да, то есть отслежено его генетическое дерево, отслежены его предшественники и так далее. Но опять же, я понимаю, что это убеждает мало, потому что мы знаем, это самое главное. А вопрос в том, что, скорее всего, это просто два параллельных процесса. Да, то есть, да, реально были проблемы экономические, в том числе, да, в мире, ну, они регулярно случаются, как мы видим, и вирус просто наложился на это. Могут ли какие-то правительства это использовать? Могут, теоретически, да, то есть они эту ситуацию могут использовать. Мы же не можем сказать, что мы точно знаем, что они там наверху делают, да, именно поэтому говорят, что вот раз они могут где-то в одном месте, значит, в остальных тоже могут. И вот этому противостоять я даже не знаю как, если честно, потому что это такое достаточно стойкое заблуждение, да, и пытаться отделить здравоохранение от политики в этом вопросе вот абсолютно не получается. Хотя это, еще раз повторюсь, просто вещи, происходящие параллельно, одновременно. Между ними корреляция, скорее всего, а не причинно-следственная связь.